Ах, как красиво пробросил эту шайбу. Беда, шайба остается у Воронкова. Дальше. Нет, зайти сложно Галимову. Галимов вернул за ворота. Воронков. Не пойдет защитник сейчас ему помогать. Правильно делает Сафонов. Напряженка у ворот. Шимона Крупица. Передача. Это просто MVP сегодняшнего матча. Вот эти вот ребята. По крайней мере для Акбаса. Воронков получает от Сафонова и дальше отдает на Галимова, который из глубины, как настоящий центрально подающий. Шеребзянов сначала за воротами. Не зря нам чуть-чуть не доработал и сразу же съели, как принято говорить. Да.